Накануне мы сообщали о том, что огненная стихия повредила остановочный павильон. Сегодня пламя забрало человеческую жизнь. Пожар произошел в магазине разливных напитков «Рыбное место», находящемся в здании 2610, что в районе остановки «Уют». При этом внутри помещения находился мужчина. Обстоятельства трагедии в следующем сюжете выпуска. Накануне в 10:30 вечера после закрытия магазина продавщица, закончив смену, покинула заведение. В торговой точке остался только ее хозяин, 44-летний мужчина. Сегодня, придя на работу в 8:30 утра, женщина обнаружила в помещении задымление, о чем немедленно сообщила пожарным. По приезде на место огнеборцы нашли тело человека. Противопожарной разведкой было обнаружено тело мужчины. Горела обшивка данного помещения. И то, что находились там топчан, где он находился. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Дополнительную опасность создавало соседство торговой точки с другими заведениями, в частности, парикмахерской. По поступившей сотрудникам МЧС информации, хозяин помещения был человеком курящим и позволял себе подымить в помещении магазина. По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Алексей Гарнышев, Радик Ганиев, Дмитрий Кравченко, Челны-24.